Друзья, всех приветствую. Сейчас очень много рассуждают на тему традиционных ценностей и что является самым важным. И довольно часто от православных христиан можно услышать, что высшими ценностями является вера, семья, отечество. Мне кажется, в этом есть определенная ошибка, потому что для православного человека, безусловно, единственной, подчеркиваю, ценностью является Господь Бог. А уже все остальное идет на втором, третьем, четвертом месте. То есть, если Бог у нас во главе, тогда и семья будет по Божьим законам, и в Отечестве можно ожидать справедливости. Но если мы просто размыто говорим, что семья, вера, Отечество, особенно касаемо веры, потому что верить можно вообще во все, что угодно, люди и во Вселенную верят, и в некого абстрактного Бога, дескать, Бог един для всех, а религия — это разный пути к Богу, мне кажется, что это несерьезно и просто вода. Так что для православного христианина именно православие, вера в Господа Иисуса Христа, вера в Евангелие, Новый Завет, в толковании святых отцов, вот единственный фундамент. Все остальное уже строится на этом фундаменте. Что думаете? Пишите в комментариях. Пока.